Мы смотрели фильмы, он говорит, папаша, бить будете? А? Собачье сердце. А что, за что он хотел, что убоялся-то, говорит, бить будете? А он махнул рукой только. Папаша, бить будете. Ага. Так вот я это к тебе говорю. Ну, как... когда выходил, наверное, из этой душевой-то. Да, конечно. Бить будете, папаша, он на него идиот. Вот, это я вспомнил, думаю, тебе буду рассказывать, что скажу тебе, ты, наверное, меня бить будешь. Я же не папаша. Так вот не папаша, ты папаша своему фотоаппарату, ты мне его дал. Но. Ну, я кое-что хотел у тебя спросить. Вот, вот этот вот фотоаппарат, Panasonic, кажется, или как, Canon? Canon. Вот. Его как вставлять? Вот так надо или вниз вот этим толстым? Ну, я обычно вот так вставляю, потому вот что... Вот я у тебя и научился так вставлять. Ну, а так да. Как вот это вот не работает, вот это вот, она отлипает, я его потерял. Да. Ну, я закричал, Володя, я потерял фотоаппарат. Мы его быстро нашли в своем огородчике. Потом он у меня выпал, когда за малиной ездили. Потом он у меня выпал, когда голубям ходили. Я не знал, что делать. Я стал осматривать со всех сторон и понял, что когда вот так вот сделаешь, тут надо очень тугую сделать резинку, и вот ты сюда ее поднимаешь, чтобы она ее перетягивала. Ну да. Но я этого-то не сделал. Сейчас сделаем. Так не сделал я. Дальше-то что случилось у меня? Ну. Пошел я сегодня на свою голубятню. Гляжу, воды мало. Я наклонился, воду там наливать, а он выпал, ударился по крышке-то и упал в воду. Угу. Ну и что, не работает? Да папаша, бить будете меня. Тут и оно, что не работает, он не выдвигается. Я его просушил, все, новый ставил батарейки, но что-то где-то не хватает. Я пошел, вот так его подвесил на прищепку, на веревочке, на солнышке, на ветру-то. Просушил, достал, тряпочкой протер, все. Я считал, когда... Там показывали передачу, и там пацан такой дошлый, у старобрядцев, где-то в горах-то. Ну, приехали корреспонденты, и один из них фотоаппарат туда уронил в воду. Так этот пацан, ну, ему лет 14, он, говорит, его разобрал, говорит, протер, просушил, у меня дальше работает. Папаша, бей будет. Ну, может, будет работать, кто его знает. Да-то ты бы знал, какие у меня тут снимки-то сегодня. Я уже вчера только заложил, новенькие совсем. Заряжено. О, я его прям мгновенно выхватил. Да там в тазике-то воды во столько вот. Ну, должен работать. А? Должен, думаю, работать. Ну, что тут не работает, не выдвигается-то. Я теперь уже должен спрашивать, сколько стоит, возместить надо. Я с ним везде лазил, ездил. Ну, вот я аккуратно обращаюсь, мне так кажется. Но он выпадает оттуда. Я уже со всех сторон осматривал, за что зацепить, какие резинки. Или, ну, но в то же время мне надо быстро его доставать. Все это надо учесть было. Не выдвигается. Ну да, он не включается. Не включается. Чего не хватает? Где? Может как-то разобрать, да посмотреть, протереть? Папаша, бить будете? Это не та техника, Игнат Тихонович, которую разбирать. Это ну как, у того, у корреспондента, как Каспришина, какой большой. И пацан разобрал, и протер, и все. Тут же есть все эти, где? Как это не та техника? Не та техника, не тот мастер. Ну вот, техника это та, мастер не тот. Я уже все тут делал. Да, это к Алексею. Или он совсем из строя вышел, или же его можно сделать. Так у меня там снимки остались еще. Не, ну снимки-то они здесь, они никуда не пропадут, мне кажется. Вот они здесь снимки. Я видел ее, смотрел, вытаскивал. Ну, а ее нельзя куда-то вот вставить. Они, снимки. На компьютере-то. Сейчас посмотрим. Ну так что, будешь разбирать? Или бить будешь меня? Не буду. Я еще могу хуже Ты я расстроился так, как ты бы знал как. Я не люблю это, чтобы у человека брать инструмент. Я уже заранее спрашиваю. Я уже думал вам подарить его, потому что там нужнее даже он, чем я все время с ним хожу, такие снимки. Вот он, просто... считаю, ваш уже и стал. Хороший, я с ним везде лажу. Просто я люблю, чтобы оставалось это. Ну ладно, все. Бить он не будет меня. Папаша этому прибору. Как отец. Я же испужался.
Думаю, как он брякнул, да в воду-то упал. Я чуть в обморок не упал. Вот это да. Я его выхватил. Давай трясти, рубахой вытирать. Скорее домой его. Разобрал сколько мог. Пошел на прищепку, прицепил. Ветер дует, солнышко греет. Вот взял те другие батарейки, вставил. Потому что трубку-то он выдвинул, окуляр-то он не выдвигает. Но я понял, пропал я, господа присяжные. Беда мне, это как у Карамазова, видите, это когда арестовали его. И сразу вспомнил, папаша бить будете. Ну ладно тогда, все, благодарю Бога. Может, что-то и откроется.